Так, еще с начала осени у меня лежит материал о работе коммунальных служб, именно работников теплосети, где они утепляли теплотрассу. Это было сделано из-за того, что, скорее всего, пенопластовые утеплители уже сносились. Там собаки погрызли, может, дети поотрывали там. Было утеплено утеплителем и пленкой. Вот сейчас посмотрим. Так, утепляли вот пленкой. Вот утеплитель был положен. Утеплитель, а на него пленка. И скручено было металлической проволокой. Ну, нормально. Ведь благодаря такой работе в наших домах становится теплее. Все любят ругать коммунальные службы, а работу редко когда кто их показывает. Так вот, так вот они сделали. Подготовили сначала теплотрассу, вырубили траву, а потом пришли работники, утеплили.